Чтобы получить бесплатно 200 голды, тебе надо поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал, написать хороший комментарий плюс свой ID и самое главное, подпишись на мой второй канал, потому что там, ребята, очень скоро будет мега огромная раздача и все смогут получить крутые скины. Ссылка на этот канал есть в описании. А также, самое главное, посмотри данное видео без перемоток. Ну что же, а мы идем дальше. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, как я и обещал, у нас будет мега крутое и мега эпичное открытие кейсов, а также боксов. Так что, ребята, пожалуйста, поставьте огромный лайк, потому что как только мы наберем 8000 лайков, я сразу же иду и снимаю продолжение. И наше лютейшее открытие мы, конечно, начнем из Furious Case. Потому что из него нам может выпасть сам Керамбит. Керамбит. Ну чё, поехали. Керамбит Драгон Глэс, иди ко мне. 3, 2, 1, поехали. Эх, блин, выпал Фомас Бигл. Увы и ах, как обычно, мне чуть не везет. А теперь давайте-ка мы откроем один бокс. Ривал бокс. С него нам может выпасть АВМ Генезис. Было бы довольно-таки неплохо. Надеюсь, что-то нормальное. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Когда говорил что-то нормальное, я не это имел в виду. Блин, ну что-то вообще не везет. Давайте обратно откроем кейс. Только теперь уже это будет Origin кейс. Поехали. Я очень хочу M9 Bayonet, потому что раньше данного ножа у меня никогда не было. Там был нож, там был нож, там был нож! Справа, справа байонет! Справа был! Вот это да. Вот это называется закон подлости. Блин, ребят, как это было обидно. Ну вот прям справа был на один слот. Правее бы и все. Эх, увы, ах. Идемте дальше. Теперь опять бокс. Так, какой мы откроем? Давайте Origin бокс. Открыть. Поехали. Из него нам может выпасть АКР Хантер. Но нет, П-350 Саванна. Эх, какое же замечательное и прекрасное оружие. Идемте дальше. Так, а теперь мы откроем Origin кейс. Погнали. Хочу M9 Bayonet. Сильно хочу. Ну хотя бы AKR Hunter. Я был бы уже доволен. Ну хотя бы что-то нормальное, прошу. Давайте, ребят, держим кулачки. Я там уже видел нож. И мне выпадает... Вот это да! Вот эта пушка. Просто пушечка. Вот это да, вот это да. Даже не статрек, как я и люблю. А сколько стоит? Просто ради интереса, сколько стоит данная пушка. А ну-ка. Целых 1500 голды. А кейс стоит 100 голды. Да, ребят? Ну, почти, чуть-чуть. Чуть-чуть еще. Почти окупился, да? Давайте опять мы откроем бокс. Furious бокс. Из него нам может выпасть Фомас Фьюри. Поехали, поехали, поехали. И мне выпадает... Апупить! 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 Слева был Forest Spirit! Вот это да, второй раз! Почти повезло. Я не знаю. Давайте вот прямо в эту секунду все напишем хэштег удача. И поставим лайк и подпишемся на мой канал. Потому что, ну явно мне везет, явно мой день. Так, что же интересненького нам может выпасть из него? Ой-ой-ой, АВМ Генезис, Ай-Команда. Да вы что, много всего крутого. Ну что же, была не была. Поехали, 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 поехали. И... Ну нет, ну нет, ну нет, 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 нет. Ну я так молод. За что? За что мне выпадает такое дерьмо? Наша надежда на Rival Box. Давай, Rival Box, не подкачай. Ну, когда я сказал не подкачай, я не имел в виду АКР-12 Аврора. Идемте дальше. А теперь мы откроем Rival Case. Опять, опять Rival Case. Погнали. Ну хотя бы в этот раз Rival Case, но не подведи ты меня. Ну не подведи, ну не позорь ты меня перед подписчиками. Что такое? М40 Бигл. Я, конечно, извиняюсь. Вот я, Кент АПК, я, конечно, извиняюсь, но черт возьми! Да кому это вообще надо? Открываем Origin Box. Ну, возможно, хотя бы с него нам что-то выпадет. А, ну, ну, нормально, да? Нормально, ребят, нормально, нормально. Блин, учитывая всю голду, которую я потратил, я мог себе купить
кучу крутых скинов, но нет, я все потратил на кейсы, и в итоге я получаю G22! Это что такое? Я понял, что сегодня не мой день, поэтому без комментариев, мы смотрим, как мне выпадает очередное говно. Ну, классика жанра, да? Эх, но, кстати, вот эти скины я разыграю вам на стриме, так что надо искать плюсы из этого негатива. И мы открываем наш последний бокс. И нам из него выпадает... Как вы думаете, что? АВМ Феникс, ну, кто бы сомневался. В общем, ребята, давайте по-бырому все поставим много лайков, потому что, ну, видите, ну, что-то не то. Надо срочно исправлять данную ситуацию. Так что, ребята, пожалуйста, поставьте много лайков, подпишитесь на мой канал и напишите хороший комментарий. Ну что же, а с вами был Башкент АПК. Снизу ссылочка на мою группу и на мой второй канал со стримами. Тоже подписывайтесь. Все, ребят, всем удачи и всем пока. Пока-пока!